Социальная стабильность не в последнюю очередь зависит от качества оказания медицинской помощи. Задача здравоохранения в непростой с экономической точки зрения период Михаил Игнатьев обсудил с главными врачами республиканских клиник и представителями общественных пациентских организаций. Обеспечение лекарствами в необходимом объеме, психологическая поддержка, пропаганда здорового образа жизни – вот три основных направления, на которых необходимо сосредоточить внимание. По словам министра Аллы Самойловой, в первом случае пришло время подойти к централизованным закупкам лекарственных препаратов и медицинских товаров для всех больниц сразу. Это позволит контролировать цены. Кроме того, аптеки государственной сети фармацеи готовы выставить на видное место витрины с препаратами из списка жизненно важных и необходимых. Напомним, цены на них мониторится множеством инстанций, в том числе и прокуратурой. Есть у нас достаточно сегодня точек для приобретения лекарственных препаратов. В принципе, для любого жителя, для любого пациента, кто хочет лекарства купить, нет никаких проблем, да? А у вас есть список, кто представлен сегодня на рынке? Бенефициары, собственники, кто-то необоснованно увеличивает стоимость лекарственных препаратов. У нас есть фармация. Это как бы подведение Минздрава, где вы можете влиять на все эти процессы, создавая конкуренцию, не ущемляя, допустим, процедуры публичности, открытости и конкурентности. Разумеется, никаких экономических санкций продавцам лекарств, если они действуют в рамках закона, предъявить невозможно. Но есть общественное мнение, есть репутация, которой дорожат и коммерческие аптечные сети. По словам Аллы Самойловой, к просьбам Минздрава сдерживать цены они относятся с пониманием. Глава Чувашии напомнил о частно-государственном партнерстве, которое позволит освободить лечебные учреждения от непрофильной деятельности. Сейчас на аутсорсинг переданы услуги по стирке белья, утилизации медицинских отходов, перевозки врачей и больных скорой помощью. Есть и незанятые пока ниши, например, по организации питания больных. Нет на сегодняшний день вот этого частника, который бы зашел на сегодняшний день, построил этот комбинат питания, построил бы на сегодня вот эту, выстроил бы логистику доставки питания до лечебного учреждения, даже до каждого пациента. То есть это совершенно новый подход к организации питания в наших лечебных учреждениях. Но, как говорится, если не мечтать, наверное, ничего в этой жизни не случится. Но я думаю, что если мы эту мечту вот обозначим, то в конце концов это решится. В данный момент большинство пищеблоков лечебных учреждений устарели и просто не в состоянии обеспечить надлежащее качество продукции. А вот предприниматели смогли бы. Кстати, по данным Фонда медицинского страхования на питание больных, в лечебных учреждениях республики заложено около 600 миллионов рублей. Такой может быть сумма госзаказа на год. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.